Доброго времени суток, дорогие друзья. До Нового года остаются буквально считанные часы. И сегодня я бы вас хотел поздравить с наступающим 2019 годом. Пожелать в первую очередь здоровья, конечно же. Вот без здоровья не будет ни денег, не будет... Да ничего не будет, в общем-то. Поэтому самое главное здоровье. Ну а все остальное, как говорится, прибудет. Пусть все невзгоды, пусть все плохое останется в уходящем 2018 году. А в Новый год давайте возьмем только позитивное и только хорошее. Ну и по поводу планов немножечко расскажу, чего же ожидать на канале в 2019 году. Во-первых, будем заканчивать летсплей по Сосновке, будем заканчивать летсплей по City Skylines. Также 19-я ферма, American Truck, Euro Truck, никуда это все не денется. Если и будет выходить немножко пореже, ну, это ввиду загруженности, ввиду занятости. Тут уж, как говорится, не обессудьте. Далее, Арк. По арку, друзья, очень много карт. Есть карта Центр, есть карта Рагнарёк, Выжженные земли, Аберрейшн, новая карта вышла, Инстинкт, Экстинкшн, во, выговорил наконец. Вот, так что насчет арка не переживайте, друзья, никуда он с канала не денется. Вот, если, еще раз повторюсь, если нету серий, это не значит, что я не хочу их снимать, просто порой бывает такое, что не хватает времени и не всегда бывает, скажем так, вдохновение для съемок, а это, я считаю, немаловажно, потому что серии сняты без настроения, зритель сразу чувствует, и смотреть такое не всегда интересно. Какие игры я планирую начать или продолжить в 2019 году? Во-первых, после окончания Сосновки и после окончания City Skylines мы, конечно же, продолжим Two Point Hospital, мы продолжим No Man's Sky. Вот, никуда эти летсплеи не делись, я их не бросил, они просто пока что стоят на паузе ввиду загруженности канала. В No Man's Sky, кстати, я буду учиться управлять геймпадом. Вот такой вот прикупил себе на Алиэкспрессе. Так, вот, видно, надеюсь. Недорогой, но, в принципе, рабочий. До этого опыта игры с геймпадом у меня не было. Будем, так сказать, познавать азы, грызть этот гранит. Вот, Денди не считается, там совсем другая тактика управления. Далее, планируется Surviving Mars. Эту игру мне давным-давно уже подарил Борисыч. Вот недавно я приобрел на нее сезон пас. Так что Surviving Mars также будет на канале. И хочу я начать прохождение серии игр Anno. Их уже довольно немало. Но проходить я буду не с самой последней версии, а хочу начать с классики. В частности, Anno 1404. Какой там было, боже мой, 2070, вот, также Anno 2205, ну и потом, если приобрету 1800, значит будет 1800. Все это будет постепенно, все это будет не сразу, поэтому опять-таки прошу сильно не нервничать, если каких-то серий... Точнее, если какие-то серии будут выходить не так часто. Ну, друзья, поймите, как по-людски чисто. Я живу не только Ютубом, я живу еще и собственной жизнью. Вот. Что касается веб-камеры. Сами видите, какая у меня сейчас веб-камера, какое отстойное изображение. Поэтому в будущем году также планирую заказать путевую камеру на Алиэкспрессе и, возможно, поэкспериментируем, сделаем видео с вебками. Но это, опять-таки, вилами по воде писано, все это планы наполеоновские.
Поэтому поживем, увидим. Поживем, увидим. Ну, а вас, дорогие друзья, я хочу еще раз от всего сердца, от всей души поздравить с наступающим 2019 годом. Как говорится, ни багов вам, ни лагов. Хорошего FPS, отличного настроения и, конечно же, здоровья. Увидимся в следующем году. Всем удачи и всем всего.